В этом видео будет денежный конкурс, поэтому я рекомендую вам смотреть его до конца. И, возможно, вы победите. Тем более, условия вообще не сложные. Всем привет, меня зовут Ксения, и за сегодня я уже снимаю третий видос. Торгую уже, наверное, часа три, очень у меня классно получается. На вывод уже сегодня поставила более 400 долларов. Прошлые там две торговли какие-то я снимала уже, скорее всего, наверное, не на канале. Может быть, а может и нет. И сейчас вот у меня есть на счету 66 долларов, и я уже хочу побаловаться и попробовать их разогнать по анти-мартенгейлу. Блин, кстати, если у меня там всякая фигня видна в отражении, не обращайте внимания, потому что я решила просто немножко сейчас вот поменять образ, потому что два видоса в одном и том же образе снимаю, плюс еще сейчас надо в стрим будет выходить, наверное, там пойду водолазку переодену. Ну и мне очень нравится эта шапка и эти очки. Вот. Не знаю, нафига вам эта информация, но может быть интересно. Короче, система анти-мартенгейл подразумевает то, что мы идем ва-банк. Например, мы открываемся на 10 долларов, сделка заходит в плюс, у нас на счету становится 18, мы открываемся на 18 долларов, там у нас становится 35, мы открываемся на 35 долларов. И до определенной какой-то ступени мы доходим. Сегодня я бы хотела, конечно же, 3 плюса в ряд хотя бы получить 66 долларов, тогда это будет вообще прикольный профит. Но не знаю, то есть я очень давно по антимартину не торговала и не знаю, выйдет ли. Но в любом случае вы это видео увидите на канале, какой бы результат ни получился, потому что я выкладываю не только свои успешные какие-то торговые сессии. Вот, ладно, мне кажется, очень много разговариваю, мне кажется, можно уже переходить за бабосиками. Так, посмотрим активчики. Вот у нас здесь есть зона горизонтальная, и открываемся как раз-таки от нее на понижение. Давайте я вам проведу линии вообще, какие я здесь вижу. Так, вот эту зону мы изначально увидели. Вот это у нас верхний уровень сопротивления, это нижний. И все. И теперь будем просто ждать, что цена устремится вниз, вот от этой линии. Так, у нас еще минута 40. Блин, походу это видео просто получится каким-то минутным. Бау! Давай. Вниз. Блин, у меня аж этот мигрень началась, просто в голове запульсировала. Казалось бы, 66 долларов. Блин, но 66 это не самое удачное для меня число. Так, а если сделка зайдет в плюс, то у нас на счету будет 122 доллара. А 122 доллара это уже достаточно комфортный депозит для правильной торговли. Но нет, я хочу 3 ступени по антимартину. Так, идеалити. Сейчас нам с вами нужно поменять сумму сделки. И цена вот сюда сейчас постремится. Ну, как минимум, я так думаю. Вот у нас нижний уровень есть. Поэтому на 3 минуточки вниз. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в свой телеграм-канал, ссылочка в описании, и там есть информация по тому, как я пополняю ваши депозиты суммой до 10 тысяч долларов, а вы мне просто потом с этих денег торгуете и 30% от прибыли отдаете. Вот. Но не просто так, то есть для того, чтобы я выделила деньги вам на депозит, вы должны показать определенную статистику. Чтобы долго об этом сейчас не говорить, посмотрите все у меня в телеграм-канале, там есть вся информация. 2 минуты до конца сделки, и, в принципе, все шансы еще есть, чтобы цена у нас побежала к уровню поддержки. Тем более, с учетом того, как ее колбасит, я думаю, что особо проблем с этим не должно возникнуть. Пока все неплохо, и, на удивление, я даже не переживаю. Сорок секунд у нас остается до окончания сделочки. И мы скрестили пальчики. Блин, ну в принципе, если хотя бы по возврату пройдет, то тоже неплохо. Но хотелось бы в плюс. Ой-ой-ой, вернись. Обратно, давай. Так. Еще вниз, вниз. Давай. Ну? Молодец. Вернись. Сделка прошла по возврату, но я не остановлюсь. Все же я считаю, что цена сейчас сюда пойдет, поэтому открываю такую же сделочку вниз. На том же уровне просто. Вот я сижу и думаю, оно мне вообще нужно, вот это, переживать, нервничать. А потом вспоминаю, что сколько я на этом зарабатывала и сейчас
буду зарабатывать, уже разгоняюсь. И такая, нужно. Я и понервничаю, и посмотрю за вот этим эпилептиком. А напишите, кстати, какие у вас вообще успехи в бинарных опционах? То есть, сколько там зарабатываете, там, сколько раз выводили? Или наоборот, там, в ноль торгуете, или в минус? Просто расскажите вот вашу реальную статистику. А давайте так, лучший рассказ... Нет, два лучших рассказа от меня получат... Нет. Да, два лучших рассказа от меня получат по $15. Просто реальную историю напишите, там уже в телеграм-канале выложу победителей. Так, давайте результаты будут через 3 дня. То есть 3 дня у вас есть на то, чтобы написать свою историю в бинарных опционах. Ну что, началось? Нормально же общались. Давай, я в тебя верю. Блин, я диагональ. Просто проглядела диагональ. Я вот сейчас вижу, что цена от диагонального уровня оттолкнулась. Ну, визуально, это видно невооруженным глазом. Как я так могла лохануться? Наверное, потому что для меня это уже сегодня хихихаха просто. Блин, чувствую себя это старым таким учителем. Типа, я что вам, хихихаха? Так, ну вот так вот я слила депозит. Так что в этом видео не будет хэппи-энда. Но, тем не менее, я все равно надеюсь, что это видео вам понравилось, поэтому поставьте огромный палец вверх. Ничего дальше болтать не буду, сами все видели, это как бы не какая-то там ошибка рынка или анализ не оправдался, это просто конкретно мои ошибки, там, система money management, все в совокупности очень часто может приводить к таким результатам. И прям принципиально выложу это видео на канал. Вот, ладно, подписывайтесь, короче, на канал, всем огромного профита, что я там говорю, хорошего настроения. Подписывайтесь на телегу. Всем пока.